Всем привет, меня зовут Егор, и в нашем обзоре снова эксклюзив. Клюшка от бренда True X-Core 5 ACF. У клюшки закругленные углы и немного вогнутые боковые стенки. Благодаря этому данную модель очень приятно держать в руках. Что касается конструкции и материалов, то здесь используется технология X-Ink, а также Smart Ply – стратегическая ориентация волокон, углеродных и стекловолокнистых смесей. Благодаря ей вы получаете оптимальную равномерную плотность, хорошо работающую в сочетании с цельной конструкцией клюшки от True, запатентованной производителем. Эти две технологии в сочетании дают вам самые ровные по толщине стенки, которые есть на рынке. Рано или поздно в клюшке появляются зоны риска, потому что стенки у многих производителей при производстве неровные. У True такой же проблемы не существует, потому что здесь используется запатентованная технология запекания клюшек, благодаря которой толщина стенок по всему шафту клюшки равномерна. Что касается точки удара, то она традиционная, идеально подходящая для игроков, сильно налегающих на клюшку во время бросков, стараясь выжать из нее как можно больше мощности. В крюке используются высокотехнологичные функции, в частности углеродная саджа, которая очень прочная и легкая и обеспечивает вам отличное чувство шайбы. Также мы видим еще здесь технологию X-Core, представляющую собой уретановую вставку в задней части крюка. Она увеличивает активную зону использования крюка, позволяя вам вкладывать в бросок больше сил. Даже если эта вставка не идеальна, как в модели X-Core 9, топовой модели в линейке, но она все же дает возможность совершать более точные броски и более точные пасы. При этом шайба остается на крюке более долгое время, когда вы делаете бросок и когда шайба перемещается от задней части крюка к передней. При этом броски получаются более точными и сильными. Новинка этого года – BRT – технология переплетенных ребер трубок. Это трубки, заполненные пеной, расширяющиеся на внутренней поверхности крюка. Они обеспечивают уникальную равномерность толщины всего крюка. Благодаря этим технологиям вам обеспечивается поразительное чувство шайбы, мощность крюка, а также очень хорошая прочность конструкции. Хотелось бы отметить то, что в этом году производитель проделал хорошую работу по подъему точки баланса и снижению веса клюшки. Она ощущается в руках более легкой, хотя весит практически столько же, сколько предыдущая модель. Что касается внешнего вида клюшки, то у данной модели традиционный строгий вид исполнения в черном цвете со вставками из синего цвета и серого в рукоятке. Очень интересное исполнение асимметричной графики, где название бренда, а также модель клюшки исполнена асимметрично с разных сторон клюшки. Также очень интересное исполнение в плане крюка, надписи с внешней и внутренней стороны клюшки в исполнении в синем цвете. Сегодня в нашем обзоре была клюшка от компании True, модель X-Core 5 ACF. Данная клюшка очень привлекает к себе внимание, у нее хороший баланс, и при этом, несмотря на то, что это бюджетная модель в линейке X-Core, она довольно-таки легкая. Хотелось бы отметить очень приятный внешний вид, а также технологии запекания. Эта технология запекания клюшки обеспечивает отсутствие колебаний толщины по шафту клюшки, которые в дальнейшем могут привести к образованию зон риска. И, соответственно, эти зоны риска при попадании шайбы в них может клюшка сломаться просто-напросто. На этом у меня все. Оставайтесь с нами, живите хоккеем, любите хоккей, занимайтесь спортом. С вами был Егор, эксперт торгового комплекса «Актив». До новых встреч!